Последние данные Щелковской областной больницы о количестве заболевших коронавирусом и ходе вакцинации от COVID-19. На сегодня в городском округе Щелково под наблюдением состоит 600 человек, 233 с подтвержденным диагнозом COVID. Детей состоит 18, все они наблюдаются амбулаторно. Активно продолжается в округе вакцинации против коронавируса. Работает постоянных пунктов 5 сейчас, вакцины имеются в наличии. На сегодняшний день количество вакцинируемых достигло 12 500 человек. Закончили вакцинацию и первым, и вторым компонентом более 8100 человек. В предстоящую субботу с 10 до 15 часов мобильные пункты вакцинации будут работать в Доме офицеров Монина, торговом центре «Глобус», в Щелкове и Доме культуры «Медвежьи озера». Предварительная запись не требуется. При себе иметь медицинский полис, гражданский паспорт и СНИЛС. Каждый день врачи Щелковской больницы ведут статистику о новых заболевших коронавирусом. В городском округе Щелково ежедневно продолжают регистрироваться новые случаи заболеваемости COVID. Поэтому на сегодняшний день самым надежным способом защиты от заболевания является вакцинация.